Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале «Дома, обзоры и недвижимость» Homes by Victoria SC. Я Виктория, и я риэлтор в Южной Каролине. Сегодня со мной Вера, привет! Всем привет! Мы находимся в городе Инман и будем делать обзор вот этого необыкновенного дома. Да, дом действительно удивил своей планировкой. Когда мы зашли, включили везде свет, мы увидели такие интересные детали. Я назвала этот дом коммерческая прачечная. Так что смотрите, увидите, что я имею в виду. А сейчас хочу рассказать немножко о этом доме. Что нас ждет? Здесь у нас 3 спальни, плюс бонус комната над гаражом, большая. 2,5 ванной комнаты. Размер участка здесь 0,5 акра. Здесь очень хороший заезд, на машин 10, я бы сказала. Он немножко идет вверх, горку, дом на возвышенности. Площадь дома составляет более чем 2933 тысячи квадратных фитов. Гараж здесь на 2 машины, и этот дом только был построен в этом году, 2024. Здесь есть HOA $360 в год. Значит, в доме никто не жил? Нет. Вы будете первыми жильцам, кто купит этот дом. Да. Значит, немножко посмотрим, какой домик у нас изнаружи. У нас здесь облицовка, красивый декоративный камень, плюс еще кирпич. И на side of the houses, или по сторонам дома, у нас здесь фиброцементный сайдинг тоже, что это очень хороший сайдинг. Меня удивили уже сразу, так сказать, облицовкой, потому что здесь есть ставни, да еще и синий. Это мой любимый цвет. Да, да, да. Очень красиво. Интересно, да. Мне еще нравится, что этот застройщик, строитель сделал везде по всему дому вот эти вот gutters, да, они все уже вкопаны и проведены в землю. Почти всегда стоит просто так небольшая такая трубочка, которая просто вода выбегает и бежит снаружи по траве. А здесь оно уже все прокопано. И необычно, что щебеночка здесь, никаких кустиков, ничего. Но я думаю, они оставили эту зону. Может быть, дренаж, кстати, да, под воду. Да, может быть, да. Да, это даже тоже неплохая идея. И да, вот эти вот красивые ставни синего цвета, да, цвет необыкновенные. Красивый, такой неви, да? Угу, да. Здесь у нас небольшой такой передний веранда, большие колонны. Не знаю, немножко они какие-то грубоватые. Оно смотрится красиво. Тесновато так. Сдалека, да, но тесновато. Я думаю, если будешь идти с 2 сумками, надо будет боком идти. Да, да. И я думаю, когда человек заезжает, диван, как их вносить, знаешь? Немножко развернуться, повернуться. Ну, красиво смотрится. Смотрится красиво. Подальше оставить. Да, да, может быть. Потому что, ну, как бы здесь ты не будешь проходить по сторонам. Но ничего, как есть, так есть. Место есть, поставить какой-то столик, креслокачалку и отдыхать впереди дома, смотреть. Пойдем внутрь. Проходи. Тебя пускаю вперед. Что у нас здесь есть при входе? При входе у нас есть классная такая система. Уже билдер насчет этого позаботился, что удобно ставить свою обувь. В сумочке какие-то ключики, повешать верхнюю одежду. Оно, конечно, так все открыто. Мы сейчас посмотрим, если есть еще кладовая здесь. Но вот что у нас встречает при входе. Мне нравится такая система. Мне тоже. Знаешь, с детьми очень удобно. Да, как-то живенько так будет смотреться, когда каждый дом обжит. А когда заходишь, везде двери, все пусто. Да, и хорошая такая территория, когда очень пространство хорошее. И потолки здесь по всему дому 12 фитов, может быть и больше. Мы так приглядели, 2 Веры. Да, мы приглядели на меня, я 6 фит, значит 2 Веры. 2 Веры, так, чтобы посмотреть, какая здесь высота. Давай по кругу вправо. Хорошо, здесь у нас коридор и здесь у нас 2 комнаты. Полы у нас здесь, мы проверим сейчас, luxury vinyl planks, это виниловые планки высокого качества.
Лакшери, наверное, люди не понимают даже, что это люксовый, да? Люксовый, да. Люксовый, потому что есть такой, как рулон, когда ты просто рулоном застеляешь это. Uh-huh. А когда они такими небольшими пластинками, тогда оно как-то... Люкс. Люкс, да. Оно, потому что оно немножко толще материал, и как оно дизайн, он дороже, чем простой вот этот, вот, что раскатывается. Это одна из комнат. Комнаты здесь у нас где-то 10 фитов потолки, высокие в этой комнате. Слушай, ну комнаты огромные. Да, и это не главное, не хозяйская, это просто одна из комнат, два окна смотрят наперед дома, хорошая здесь гардеробная, а комната, наверное, ну... Может быть, 12 на 12 фитов. Конечно, гардероб не входной, не walk-in, но... Маловато. Да. Чуть-чуть маловато. Мы сказали цену этого дома? Нет, мы не сказали. Цена этого дома 449 тысяч 900. Угу. Угу. Почти 450 тысяч. Да, ну, места здесь много, так что даже если небольшая здесь гардеробная, здесь можно шкафель, какую-то систему поставить, чтобы сделать больше возможности хранить какие-то вещи. Дальше у нас по коридору здесь ванная комната. Вот ванная комната, она узкая, но длинная. Стандартный здесь. Ванная и душевая, обычная пластиковая, санузел. Может, здесь экстра есть гардероб? Есть. Вот это вот, мне кажется, было бы разумнее, чтобы не с той стороны сделать, чтобы добавить это до комнаты. Но здесь такая хорошая, здесь кладовка вот для полотенец и всего. Больше на гардероб похоже, потому что, мне кажется, кладовка будет еще вот здесь. Да. Интересно. Планировка интересная, необычная. Интересно, да. Кабинеты здесь все белые, две раковины у нас. Полочки есть. Полочки есть. Такие глубокие. Глубокие, вот это классно. Угу. Верхняя, нет, верхняя не поднимается. Soft closing. Да. Ну, стандартный такой, гранитовая столешница, стандартный. Ванная комната и еще одна комната у нас здесь. Тоже хороший размер. Ничего она себе. Чуть-чуть поуже, но подлиннее. Обычно стандарт идет комнат в два раза меньше. Да, ну маленький это 8 где-то на 9, побольше это где-то там 10 на 12. Ну здесь уже это где-то, наверное, 20 на 16, 20 на, может быть, 12. Вот. Хороший размер здесь, да. Ну по мне лучше бы они урезали чуть-чуть площадь комнаты, но добавили гардероб больше. Не знаю. Да. Ну, что не хватает здесь? У нас есть место, знаешь, где, Вера? А, да. Сейчас покажу. Можно прям бизнес делать. Необычная такая, необыкновенная прачечная. Окей, пройдем дальше мы тогда. А, вот здесь просто... Может, покажем гараж? Окей, хорошо, чтобы закончили эту зону. Короче, сюда-туда сегодня. Гараж у нас хороший размер. На две машины, даже он чуть-чуть глубже. Светло здесь, потому что у нас есть окна и в гаражных дверях, и в самом доме. Интересно, если здесь нет выхода на чердак, где-то он будет в другом месте. Вот это тоже интересно. Я его не видела в других комнатах, так что будем сейчас искать, где он. Может, через бонус-комнату. Может быть. Да. Молодец, Вера. Есть, я видела, я просто заглянула и оставила. Я просто ожидаю, как ты говоришь, что-то такое, что вот сверху. А там целая дверь, там вход, все как у людей, как говорится. Вот, и это вот эта вот бонус-комната. Подумаю, что это какой-то клазет простой. А это... Мы сейчас покажем. Ну, пойдем. Лестница, да. Уже хорошо, что без ковролина. Похоже, что лестница деревянная. Угу, да. Хорошие перила, тоже из дерева. Размеры всех комнат и этой бонус-комнаты классные. Плюс еще я заметила, в каждой комнате освещение очень хорошее. Здесь есть и вот так свет проведен, can lights. Плюс еще
вентилятор и свет посерединке во всех комнатах. Мне это очень нравится. Много света. Я люблю, когда чтобы было много освещения, плюс окно. Да, здесь у них отдельная система, да? Да, вот охлаждение, отдельная система. Здесь, так как здесь ничего нету, это значит, наверное, охлаждение и отопление вместе, комбинейшн, потому что здесь не выведено. Может быть, это не было в оригинальном плане, а потом они решили использовать это как бы место, чтобы не потерять. Здесь чуть-чуть двери не хватает. Ну, дверь внизу. По ступенькам, когда мы поднимались, там закрывается. Ну, наверное, если бы еще одна была, здесь дверь тоже была. Неплохо. И вот наш вход на чердак. Все коммуникации. Ну, не очень много storage, да? Нет, места тут, не знаю. Конечно, не хочется ничего блокировать, если надо куда-то подлезть. Немножко можно что-то поставить, но мне кажется, с таким хорошим домом всегда хорошо иметь сарай. Ну да. Оно не входит уже, как бы билдер это не делает, но домовладельцы это, наверное, одно из первых, что было бы полезно себе установить, потому что косилки, все-все-все, это было просто место. Пошли теперь посмотрим нашу гигантскую прачечную. Закрыли мы наши двери в бонус-комнату, и следующие двери – это у нас небольшой тут санузел. Слушай, сколько тут скверфит? Здесь почти 3000, 2933 квадратных фита. 3500. Да, да, он просто комнаты все такое огромное. И теперь мы в гостиной. Но перед тем, как в гостиную, мы посмотрим вот это... коммерческий размер вот этой прачечной комнаты. Тут можно поставить 10 машинок, и у кого нету, да, и стирать людям. Да, это бизнес. Но я так подумала, когда я увидела, вот, что здесь есть умывальник, эта комната, ну, она классная для тех, кто, например, парикмахер, делает дома, знаете, прически, все такое. Здесь вода уже, ну, как бы есть. Конечно, машинки можно поставить, какую-то перегородочку или какую-то поставить, я не знаю, что-то, чтобы закрыть их. Ну, здесь столько много места. Тут еще что? Да, это массаж-тейбл туда поставить. Или здесь джим можно сделать. Ну, я не знаю, ну, комната вообще, ну, как-то... Или, как ты говоришь, 10 машинок, да, и брать... Заказы. Знаешь, в Майами я жила до этого. Там иметь машинку – это большая роскошь. Не в каждом апартменте дорогом и не в каждом доме есть. Да. А здесь... Там бы это пригодилось. А здесь сколько хочешь, столько и имей. Да, тут много розеток тоже. Да, вот много розеток. Что-то коммерческое. Угу. Короче, подключайте фантазию, пишите в комментариях. Да, пишите, чтобы, как бы вы оформили, что бы вы сделали, использовали эту большую такую комнату прачечную. И теперь мы в гостиной. Здесь у нас потолки вот такие же, как при входе, 12 фитов. Везде у нас краун молдинг, освещение по всему дому. Вот такое хорошее, светлое. Свет мне очень нравится, такое дневного освещения. Как бы есть всякие лампочки, которые там желтые, еще вот это вот светлые. Мне очень нравится. И здесь у нас камин. Камин электрический. Облицован камнем таким, как и снаружи дома. Полочка. Но по мне он какой-то маленький для таких высоких потолков. Сэкономили немножко. Ну хорошо, что камень есть. Я очень люблю каменные камины. Да. Мне кажется, просто при такой большой эре, столько много места, хотя бы если он был повыше, хотя они здесь оставили место для телевизора. Но еще много комментариев я прочитываю. Спасибо, что вы комментируете. Отвечаю, спрашивайте, буду писать. Спросили, почему у американцев, почему в США телевизоры так высоко, ну, как бы цепляют так высоко, потому что ты же не будешь смотреть вот так. Но здесь почти всегда система, когда ты можешь наклонить или как-то вытянуть немножко телевизор, наклонить, как тебе удобно, чтобы было смотреть, или когда это размер хороший, такой очень огромный экран, то ты себя чувствуешь, как в кинотеатре. Ну да, тут не ставят телевизор вот так вот, да, напротив глаз. Я помню, на Украине, когда я выросла, у нас было
телевизор, ну, такой еще, знаете, с такой сзади штукой, вот, припоминаю в детстве своем, это было у родителей в комнате, да, на такой тубочке, вот, телевизор где-то вот такой стоял. И ты как бы вот сидишь и лежишь, и оно было на твоем уровне. Особенно, как я ребенок была, было классно. Да, так что здесь по-другому. Ладно, посмотрим дальше. Зайдем в хозяйскую комнату, так как мы уже идем по кругу. Хозяйская комната тоже своим размером нас радует. Видно, где они, где этот весь квадратный фит и берутся. Потолки здесь двухъярусные, приподнятые. Везде crown molding, tray ceilings. Краска уже здесь мне тоже нравится, что она уже такая не просто белая, а немножко имеет оттенок. Здесь окна тоже очень высокие, почти до пола и почти до потолка. Они, наверное, ну, 6 фитов окна. А сюда, наверное, предполагается, надо ставить кровать king size. Да. Ну, здесь столько места, здесь можно и кровать, и тумбочки, и комод. И, может быть, вот здесь в этом уголочке еще какая-то диванчик. Ну, размер хороший. Дальше у нас по плану идет огромная ванная комната. Здесь у нас тоже кабинеты. Что мне нравится, что здесь только две таких тумбочки, но очень много ящичков. И здесь, и там, я не знаю, ящички для меня намного удобнее держать всякие, говорю, расчески, все такое. Каунтер большой, зеркало и у нас такая хороший размер душевой. Интересная ручка. Да, заходи, Вера, показывай. Эх! В доме за 450 тысяч. Опять они эти дешевые ставят. Да, лейки. Лейки. Ну, но зато краунмолдинг. Ну, это уже тоже. Пусть оставим для покупателей. Они уже себе будут оформлять, какими лейками они уже выберут. Но, да, если бы была уже какая-то система, как водопад, rainfall, то было бы еще красивее и как-то вау, такой эффект. Санузел у нас так за углом, нету дверей. Не знаю, ну нормально. Рядом. Размер хороший. Ванной нету, отдельной ванной. Я не знаю, мне кажется, это тоже на любителя. Лично некоторые люди предпочитают, что иметь обои. Некоторые любят, чтобы хотя бы от least одна была ванна во всем доме. Почти всегда она есть. Вот как мы видели в одном из просто туалетов. Такая стандартная душевая. Здесь душевая кабинка. И еще наш walk-in closet, гардеробная. Гардеробная здесь тоже хороший размер. Но было бы приятнее, если бы была у нас уже здесь деревянная система. С полками. Да, с полочкой. Ну, хотя бы... Он большой зато. Да, большой. Место есть. Дальше у нас кухня. Это тоже немаловажный момент в доме. Здесь такой план открытый. Кухня большой, вот этот вот остров, который смотрит на fireplace, на камин, в гостиную. Здесь у нас столешница из гранита. Окей, здесь нету полочек, тумбочек, ничего нету, но с этой стороны хватает. У нас здесь и полочек, и всего. Мне нравится вот этот вот раковина здесь. Она такая красивая. Farmhouse sink называется. Вид на улицу. Да, вид у нас замечательный на улицу. Нам пришли гости. Да, кто-то зашел. Зашли, теперь выйдут. Вся техника у нас здесь. Stainless steel appliances. Это из нержавеющей стали. Здесь у нас area для холодильника. Все у нас здесь на электричестве. Да, Вер, что ты хотела? Доводчики. Ага, проверь, да. Ну, я проверяла. Все должно закрываться мягко. И ящички, и все. Зона здесь, может быть... Кофе, хотя здесь каунтеров там, столько кажется, хватает, да. Наверное, лучше с той стороны. Так, нету, как мы назвали, гарбичной системы. Гарбичной системы нет, я не вижу. Почти всегда это так, ручка бы была здесь, чтобы открывать. Нет, ну, здесь нету. Зато есть Lazy Susan. Это такая тоже боковая система здесь. Угловая
система здесь удобно держать. У нас здесь фартух, плитка. Много-много counter space. Все на электрике. И небольшой минус, нету вытяжки. Не знаю почему, в Южной Каролине это нестандартно идет, но я думаю, скоро мы поработаем с билдерами, это будет стандартно. Я надеюсь, что скоро будет. Кроме этой прекрасной кухни, у нас еще есть зона для стола, отдельная большая зона здесь у нас, столовая, близко к кухне, ну и так же самое немножко спрятанная. Uh-huh. При входе люди не видят, так что здесь много места ставить стол, приглашать друзей, вид у нас на бэк-ярд. Сейчас мы туда пойдем? Да, посмотрим еще задний двор. Здесь уже они сделали такой вал, crown molding или wall molding здесь. Покрасили в два цвета, немножко чтобы... Если бы это был мой дом, я бы здесь поставила такие французские двери, которые либо раздвигаются, либо так внутрь открываются, и здесь был у меня офис. Мне вот эта комната не надо для обеда. Да. Ну, здесь такой хороший остров, что здесь можно, да, 3-4 человека кушать просто завтрак. Ну, это такой для гостей. И да, French doors было бы, может быть, только если бы они внутрь открывались. Или вот такие, которые разъезжают. Да, есть такие раздвижные, такие в общем, да. Складываются. Да. Ну, это так, фантазия. Да. Ну ладно, давай теперь еще глянем, что у нас здесь на заднем дворе. У нас здесь хороший. У нас патио здесь хорошее. Угу. Да, места много. Места много. Столик поставить. Я смотрю, если где-то есть уже, но они не вывели, вот, например, для телевизора, коммуникации, электрику. Ну, телевизор на улице тоже, я не знаю, too much. Ну, ты знаешь, много американцев используют вот свой backyard просто entertainment или развлекательные, как бы еще одна зона. Так что некоторые билдеры, они сразу уже это... На улице надо свежим воздухом дышать, на птичек смотреть, на траву. Они телевизор смотреть, ну да. Здесь у нас пол акра, наверное, большинство area это впереди дома, так как у нас очень огромный заезд. Но здесь тоже есть и по бокам дома хорошая территория, и небольшой задний двор. Я так понимаю, там будут дома еще строить? Да, да. Здесь сзади другая площадка, лад, и там будет еще один дом. Mm-hmm. Ну, если те владельцы договорятся, чтобы они поставили забор, то это не должно быть сильно большая проблема. Потому что здесь, конечно, можно поставить забор, но он не будет такой высокий. Территория хорошая, ровная. Так что... Ну, спереди еще там много территории. О, спереди очень много. Но она немножко идет как бы вот на склоном вниз. Я, когда мы сюда шли с Верой, я говорю, это хорошо вверх и вниз бегать. Утром спортом заниматься и джима не надо. Да. Надеюсь, вам понравился обзор вот этого дома. Большое спасибо, что вы были с нами. По всем вопросам о недвижимости звоните по этому телефону. Буду рада вам ответить. Не забудьте ставить лайки, комментировать, поставьте колокольчик, чтобы не забывать, когда новые видео будут выходить, просматривать. Большое спасибо. Всем пока. Всем пока.